Университет Лобачевского – один из крупнейших вузов России, сочетающих классическое образование с самыми актуальными и востребованными направлениями научной, образовательной и международной деятельности. Соответствие качества образования требованиям сегодняшнего дня – одна из основных и немаловажных задач любого вуза. 1 ноября университет Лобачевского посетили представители внешней экспертной комиссии в рамках процедуры профессионально-общественной аккредитации образовательных программ «Экономика». За учреждением поддержкой и подтверждением наших компетенций среди российского международного сообщества образовательного. Вот самое главное. То есть, конечно, это, ну, она имеет такой, скажем, не абсолютно официальный смысл, потому что, то есть, мы не можем, так сказать, получить какие-то новые программы, новые аккредитации на базе вот этой аккредитации. Но, тем не менее, она будет учтена, ну, в различных программах, в том числе, и в 5-100. И в других программах, которые сейчас готовятся в министерстве. Такие аттестации, аккредитации, любые, вообще говоря, проверки нашей деятельности, они способствуют тому, что мы консолидируем наши усилия на наиболее сильных направлениях, что мы стараемся ликвидировать те недостатки, которые могут обнаружиться, и, конечно, постараться сделать все, чтобы наши студенты получили наилучшее образование. Целью встречи стало представление общей информации о деятельности вуза, механизмах реализации политики гарантии качества и осуществления контроля, а также обсуждение стратегии развития отдельных образовательных программ и университета в целом.